Больше 50 детей-сирот из Николаевского района отметили новоселье. Четырехэтажный кирпичный дом номер 44Г по улице Коммунальная уже сдан в эксплуатацию. Все коммуникации проведены. Жильцы занимаются ремонтом и обустройством квартир. Вручил ключи новоселам лично глава региона. Хочу искренне сказать спасибо нашим замечательным строителям. Я приезжал на этот объект не единожды, видел, как он строится, как он постепенно обретает свою современную форму. Ну и, конечно, хочу, чтобы вы были просто счастливыми людьми. Андрей Ребров ждал собственного жилья больше 3 лет. Теперь он вместе с супругой владелец просторной однокомнатной квартиры. Молодые люди переехали в райцентр из соседнего поселка. Впечатления у нас самые наилучшие, потому что квартира очень уютная, светлая, в ней очень тепло. Нам все нравится. Уже полностью обустроились? Ну, практически, да. Осталось там небольшие мелочи. Доделать. Шторы... Там и прочее. В следующем году в областном бюджете заложено более 150 миллионов рублей на реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот. 76 миллионов от общей суммы средств федерального бюджета. Это позволит приобрести больше 160 квартир. Также ребята получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья. На эти цели в бюджете 2021 заложено еще 30 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.